друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Ані Тарашевська. Тільки сміливим підкоряються моря. А наскільки це вірно, дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. В інститут я прийшов на заочно. 22 роки я відкрив свою першу будівельну компанію. В Україні всього существує 2 заводи ліфтових. От ми в Ніколаївській області свій відкриваємо завод. Сьогодні в нашу компанію входить строительна компанія, крім ліфтової, електромонтажна компанія. Тобто у нас вже як група компаній. Треба хорошу підтримку мати зі сторони своїх спеціалістів. Тобто наша компанія бере качеством хорошими спеціалістами. Може, мені з цим повезло, що у мене хороша команда. Сьогодні, друзі, ми продовжимо знайомити вас з тими, хто вміє не лише сам досягати успіху, а ще й допомагати іншим. Секрет нашого сьогоднішнього героя простий. А в чому він полягає, дізнаємо саме зараз. Господа, сьогодні ми хочемо познайомити вас з героєм, который занимает очень активную гражданскую позицию. Более того, он знает, как наладить жизнь и как наладить жизнь тех, кто живет рядом с ним. И даже не только рядом с ним, а вообще наладить жизнь и вашу тоже. И поэтому сейчас пойдемте знакомиться с нашим сегодняшним героем. Господа, я думаю, что вы не очень долго ждали. Вот мы уже прибыли к нашему герою. Сергей Маркиянович, здравствуйте. Здравствуйте. Господа, прошу любить и жаловать. Швец Сергей Маркиянович. Сергей Маркиянович, спасибо, что вы нас пригласили. Итак, господа, прежде чем мы начнем беседовать с нашим героем, хочу акцентировать ваше внимание на том, что Сергей Маркиянович Швец владеет неким секретом, которым он и готов с вами поделиться. А секрет в чем? Секрет в том, что жизнь эту нужно жить активно. Сергей Маркиянович, вот ваш секрет – жить активно. Вы давно его распознали или недавно? Как произошло ваше вот это вот превращение из просто жить и жить активно? Наша компания образовалась еще в 2003 году. Со строительной компании мы начинали с мелких ремонтов, потом переходили на более серьезный уже уровень. Заправки делали ремонты, там, сети супермаркетов, торговые центры строили. Потом мы перешли, 6 лет работали в Крыму, в Одессе, в Киеве были у нас филиалы. И потихоньку у нас образовалось где-то человек 200 штата со строительного. И когда вот кризис у нас начался в 2013 году, мы уже пересмотрели уже варианты, строительные услуги уже стали более меньше заказов поступать. И мы перешли уже на более серьезное. Это электрооборудование, это лифты, подъемники всевозможные. Мы начали работать с Одессы, с Киева, монтировать в новостройках лифты, подъемники, эскалаторы, траволаторы. И так вот потихоньку этот бизнес создался в 2014 году. В 2015 году мы переехали в город Николаев. Решили оказывать сферу услуг по обслуживанию лифтов. С 2015 года мы сделали послеэкспертный ремонт. Нам город, начальник департамента ЖКХ чуть-чуть поверил, но не зная нашу компанию. И нам поверил как бы на слово, да? Да, нас не знали еще. Мы сделали, первый наш объект был, это в 2015 году, Чкалова 62. Мы тогда дали возможность УСМД «Новатор». Мы чуть-чуть прокредитовали. Сделали хорошо работу, и городу понравилось. И в 2016 году мы начали работать с УСМД, брать лифты на обслуживание. Поначалу там 2, 5, 10, каждый месяц у нас это росло, росло, росло. И в апреле месяце, в мае месяце мы начали участвовать в тендерах по обслуживанию лифтов. Мы победили в тендере, это ЖЭК «Пивдень». Нам тогда передали 680 лифтов. Потом ЖЭК «Соляные». И пошли так потихоньку. Сейчас на сегодняшний момент у нас числится около там, 1000 с чем-то лифтов. Также наша компания обслуживает Одессу, Херсон, Киев. Мы много проектов имеем, которые монтируем в новостройках. Начали ездить по всем странам, подписывать договора с Турцией, с Грецией, с Германией, с Польшей. Видите, в Турции вы тоже монтируете лифты? Мы покупаем у них лифты напрямую. Мы решили так, чтобы удешевить цену на запчасти, мы начали работать напрямую, то есть с заводовым производителем.
И у нас очень хорошие привлекательные цены как для ОСМД, и также для города. И на сегодня наши партнеры являются Клемен, это Греция, Доплер, это Греция, это Шиндлер, Германия, это много турецких заводов, которые нам поставляют. То есть мы на Могилев Лифтмаш, мы прямые их представители, работаем с ними плотненько по лифтам, по запчастям. Мы не только обслуживаем, мы и продаем оборудование по всей Украине. Сергей Маркианович, вот вы понимаете, дело в том, что вообще сегодня вести бизнес – это крайне сложно. Ну, вообще всегда заниматься бизнесом – это крайне сложно. Сегодня это еще более сложно. А вы обладаете качествами лидера. Откуда к вам пришло вот эта жилка вести за собой людей? В вашей семье тоже такие сильные, мужественные люди? Расскажите, пожалуйста. Нет, у меня только мать. Сестра, все. То есть вы уже, наверное, с детства как-то почувствовали, что если не я, то кто, да? Нужда заставляла крутиться. Угу. Вот. Так на сегодняшний момент мне было институт, я перешел на заочно, 22 года я открыл свою первую строительную компанию. Вы не стали ждать, что кто-то вам преподнесет что-то на блюдечке. Дорогие телезрители, дело в том, что, в принципе, оно как-то так и получается, что никто ничего не преподносит, а всего нужно добиваться самому. Многие опускают руки, потому что думают, ну, невозможно пробиться сегодня. Но есть люди, которые знают, как идти вперед, и группируют вокруг себя других людей, да, Сергей Маркианович? Вы оптимист по жизни, так я понимаю. Ну да. Сегодня в нашу компанию входит строительная компания, кроме лифтовой, электромонтажная компания. То есть у нас уже как группа компаний. Вы все о работе, Сергей Маркианович. А мне бы хотелось, чтобы телезрители вас увидели не только как руководителя, который состоялся, но и как человек, который слышит еще и свой коллектив. Ведь возглавлять коллектив людей, даже самый маленький, работа с людьми – это всегда очень сложно. Нужно и психологом быть, и менеджером быть. Кем еще нужно быть? И спортсменом, наверное. Человеком. Ну да. Надо к людям относиться так, как хочешь, чтобы они к тебе относились, и все. Сергей Маркианович, мы, приглашая телезрителей к беседе, я обещала телезрителям, что мы знакомим с теми, кто находит свое место в этой стране, что не надо уезжать куда-то в другую страну, что можно и здесь жить. Конечно, трудности есть везде. Но преодолевать эти трудности нужно все-таки обладать определенными качествами. В первую очередь, какими? Надо хорошую поддержку иметь со стороны своих специалистов. Наша компания берет качеством хорошими специалистами. Может, мне с этим повезло, что у меня хорошая команда. Я считаю, что у меня хорошая команда. На сегодняшний момент мы взяли, ну, городу показали качество. Плюс нас хорошо поддерживает мэр. В плане, ну, обслуживания мы показали, прошлый год смонтировали те лифты, которые 20 лет простаивались. Сейчас вот больницу, 4-ю горбольницу мы модернизуем. Он нам доверяет в плане как специалистам. Также есть другие компании, которые выполняют свою работу. Мы по-своему делаем свою работу. На сегодняшний момент мы обновили парк автомобилей. Мы стараемся идти вперед, 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 вперед. Берем примеры. Вот едем в другую страну. Смотрим, что происходит там, как работают другие специалисты. Также стараемся здесь внедрить Украину. Так, ну, тяжело, а что остается делать? Работаем. Приезжая в другую страну, вы смотрите, там все по-другому. Вот хотелось бы и то сделать, и то сделать. Возвращаясь обратно, вы понимаете, что часть из задуманного здесь делать и воплотить в жизнь невозможно по определенным причинам. А очень хочется. Как вы находите выход из положения? Ну, почему тяжело? Вот, например, сейчас в Украине всего существует 2 завода лифтовых. Вот мы в Николаевской области свой открываем завод. Прошлый год мы приобрели недвижимость, помещение. Сейчас планируем создать тоже где-то человек 200 рабочего персонала. Будем уже на юге Украины, это будет первый единственный завод. Нас обучают турки, нас обучают греки, немцы нас обучают. Мы ездим, обучаем свой персонал. Тяжело, понимаете, у нас лифты старого типа, релейные еще, а сейчас новые лифты – это электронные. И получается, наши специалисты еще не готовы работать с электроникой. И хороший специалист, он уже по 50-60 лет.
И у нас нет учебных заведений, которые бы учили на этих механиков, на специалистов. Вот мы сейчас создаем свой учебный центр, где будем переобучать со старого типа лифтов на новый. Отправляем в Грецию, в Турцию отправляем на обучение наших персоналов. И так вот оттуда потихоньку берем всю информацию и тянем к себе. Здесь уже размножаем этот опыт. Смотрите, действительно, многие профессионально-технические училища, которые существовали ранее, они прекратили свое существование, закрываются заводы. А вот наш герой, смотрите, друзья мои, собираются открывать завод, создавать учебный центр, или он уже создан? Ну, он был еще при Николае Лифте, когда он был коммунальное предприятие, сейчас оно коллективное предприемство. Вот мы с ними тоже сотрудничаем, и когда-то обучали. Сейчас молодежь, может быть, не верит или, может, не хочет, не считает эту профессию привлекательной. Но на сегодняшний момент у нас механик имеет от 7 до 12 тысяч гривен. При том, что ему распределяется участок, ему дается энное количество лифтов. Плюс еще, если есть свободное время, он еще делает послеэкспертные ремонты. То есть в среднем где-то 8, 10, 12 тысяч спокойно можно получать здесь, на этом предприятии. И здесь, что самое главное, что здесь все официально, зарплаты начисляются на карточку, пенсии, отпускные, то есть все официально здесь происходит. Сергей Маркианович, а почему лифты? Чем вас привлекли лифты? На нас не только лифты, мы занимаемся грузоподъемным механизмом. Мы монтируем подъемники на корабли, заводы, которые занимаются производством даже той же бронетехники. Мы ставим подъемники, сейчас разрабатываем свои подъемники на элеваторы, где машины выгружали, на портах. То есть у нас не только лифты, у нас фирма занимается грузоподъемным механизмом. Кранбалки, тельфера. Разносторонний и разнообразный. Мы расширяем, да. Мы обслуживаем на сегодняшний момент Херсон, заводы, предприятия, очень крупные подъемники, все возможности. Лифт – это так, одно из наших основных направлений. И сейчас, дорогие телезрители, я предлагаю вам познакомиться ближе с этим направлением. Да, Сергей Маркианович, поехали? Да. Да, сейчас мы можем проехаться на участке, где у нас на завод находится основной в Киеве, в Днепропетровске, а здесь у нас участки, где мы обслуживаем лифты, где сидят диспетчера, где принимают звонки, где работает аварийная служба, где механики находятся. Ну и вас сейчас, чтобы вас долго по городу, у нас таких 11 пунктов по городу, я вас повезу в Соляные, где у нас тоже немаленький район, где находится диспетчерская, где находятся механики, вам покажу, что там все происходит, как происходит. Телезрители, поехали! Господа, наш герой – человек слова. И вот сейчас мы с вами находимся на территории, которая очень скоро превратится в такой технический центр. Да, Сергей Маркианович? Да, здесь планируется сделать электролаборатория, мастерские, где будем мелкий ремонт производить. А здесь будут у нас уже офисы. Это нам город выделил помещение в аренду. Часть здесь выкуплена уже нами, часть в аренде в городе. И сейчас вы облагораживаете этот участок, который еще совсем недавно был совершенно заброшен. Да, здесь было все завалено. Мы сейчас восстановили склады, цеха, можно так сказать. Сейчас будем добираться вот здесь, производим демонтаж. Будем здесь выполнять ремонт. Полностью эту территорию хотим сделать под центр лифт, мастерские. Это значит, что и новые рабочие места, и новая возможность нашим дорогим николаевцам найти и работу, и достойную зарплату. Да, так планируем. У нас постоянно каждый месяц людей добавляется в штат. Штат растет. Господа, штат растет, но мы с вами продолжаем наше путешествие по этому замечательному хозяйству. Поехали дальше. Господа, и по мере нашего путешествия к нам прибавляются герои. И сейчас Сергей Маркианович расскажет. Сергей Маркианович, итак, будьте добры, куда мы приехали? Вот это у нас аварийная ПГС, район, микрорайон Соляные. У нас вот бригадир этого микрорайона Молчанов Женя. И Александр, это аварийка, которая занимается эвакуацией этого района. Это аварийная служба микрорайона Соляные Северные.
Евгений, Александр, можно сказать, что вы по своему роду, вы являетесь спасателями? Ну, вот есть МЧС, вы тоже, вы аварийщики. И, конечно, можно. То есть вы спасатели, кого спасаете? Рассказ. Людей, которые непосредственно оказались в кабине лифта, когда он остановился, аварийная ситуация. Ну, или по другим непредвиденным ситуациям, выключение света и тому подобное. То есть приезжает служба в течение кратчайшего срока, освобождает пассажиров, кстати, эвакуацию производит, и начинает дальше проводить исследование лифта, выяснять причину, почему остановился, и, так сказать, запускается в работу. А часто к вам поступают сигналы о том, что люди попали в беду? Бывает по-разному, несистематично это происходит. У нас вот сводка, я извиняюсь, постоянно каждый день. Господа, внимание, сводки с фронта, это практически фронтовые сводки, да, Сергей Маркелович? Да, вот у нас вот сводка там за 30 число, вот 31 число, и мы смотрим, сколько у нас есть. Вот в Ингурском районе за 31 было 25 вызовов, Соляные, Гвардейск 1, Мельничный 1, Северный 7. Вот в среднем где-то 9 вызовов, Лискина мы в 1. В среднем где-то до 30 вызовов в день. 30-40, в зависимости от температуры. Сейчас пойдет жара, двигателя будут греться, будет 40-50. Разные вызовы. Но каждый день мы следим, у нас есть сводки, что надо сделать, чтобы запустить. Я как руководитель, Женя как начальник участка, бригадир. Следим за этим всем. И вот Евгений сказал, что ситуации бывают разные. А какие самые разнообразные, самые-самые разные ситуации? Александр. Люди застревают. То есть по разных причин. То наклинение, то есть упали, то есть то шахта образа не прикрылась, то есть такого плана. То сбой электроники, то есть идет. Вообще застрять в лифте, господа, это не самое приятное, что может быть в жизни, потому что, ну, во-первых, замкнутое пространство, маленькое, душно, и вам нужно... Так, стараемся бы, то есть за ближайшее время, то есть подъехать и освободить людей. Чем побыстрее, тем нам и лучше, то же самое. А вот самое дольшее, когда вы освобождали людей, самый дольший срок, ну сколько можно, бывает, люди сидят в лифте, но очень долго, но вы, бравые парни, не позволяете людям, не допускайте, чтобы люди сидели долго в кабине. Для этого в машине, когда поступает сигнал к диспетчеру, записывается разговор и указывается дата поступления сигнала. И в автомобиль, когда выезжает, у нас есть GSM-маячки, то есть мы можем проконтролировать в среднем, когда автомобиль поступил сигнал, когда автомобиль выехал и куда он ехал. А в среднем у нас до 30 минут, согласно правилам, по закону. Ну, специально мы сделали в каждом районе, чтобы это сократить сроки. Ну, где-то 10-15 минут. Но если есть два застревания, либо веерное отключение, ну, в районе выключили свет, то, естественно, подключается вторая аварийка, механики выходят, если это днем. То есть все зависит от ситуации. А чаще всего ломается, потому что перегруз, люди перегружают лифт, дети прыгают в лифтах. То есть, ну, всякий случай. И плюс техническое состояние лифтов. Лифтам уже по 30, по 25, по 40 лет. То есть вот их вытягиваем, как говорится. Ну, руководство города, мэр на сегодняшний момент старается, как вкладывает деньги. За прошлый год это вообще для лифтового хозяйства города Николаева, это был такой первый год, где так столько вложили денег. Господа, возвращаясь к нашим героям, спасателям, помните, такой мультфильм был «Чип и Дейл спешат на помощь». А когда, Евгений, вы спешите, и вы, Александр, спешите на помощь, ну вы же не просто так приезжаете там разодрать дверцы лифта, вы должны обладать навыками и умениями. Ну, конечно, все производится в соответствии с правилами. Люди обученные, все специально аттестованные. То есть самодеятельности никакой не производится, это все происходит как положено, ну, по инструкциям. А еще один нюанс. Вы должны быть и психологами. Почему? Потому что люди просидели в лифте, напуганные, может быть, дети. Как, что вы говорите людям, чтобы их успокоить? Александр, вот вы, например. Ну как, я, допустим, приезжаю, говорю, не переживайте, сейчас вас освободим, и так далее. Объясняю, какие будут производиться действия по их эвакуации из кабины. То есть, и все, иду дальше освобождать, то есть, людей. Освободил людей, потом выясняю причины остановки. А когда освободили людей, душат в объятиях благодарные, освободившиеся? Ну, в основном, да. Ну, телезрители, вы все-таки не сильно душите в объятиях, на всякий случай, потому что эти парни еще нужны, они еще много хороших дел совершат. Ну что ж, тогда поехали дальше. Ну, да? Сейчас покажем вам, как, куда поступает сигнал, где сидят. Давайте, диспетчеры. Идемте посмотрим, телезрители.
Сергей Маркенович, так вот здесь вот очень сложная вся техника, или на самом деле она не сложная? Это у нас диспетчерский пункт, сюда, когда человек застревает, попадает звонок, если диспетчерская, нет, если диспетчерская, там смонтирована диспетчеризация, поступает сигнал на пульт. У нас вот ключи находятся, механик берет ключи и в аварийку, и выезжает уже на адрес. То есть здесь сидит диспетчер, который распределяет микрорайон Соляный и Северный, уточняю, у нас в Ингульском другая диспетчеризация. И уже аварийная служба выезжает и занимается эвакуацией людей. А будьте добры, сколько в среднем вот за день может поступить сигнал? Ну, бывает 3, 4, 5. Если жара, сильно перегревается оборудование, ну, старое оборудование. И если дождь, затекание, очень много крыш, очень много протекает. То есть наши специалисты выезжают, останавливают лифты, чтобы не было короткого замыкания. Перенапряжение, веерное отключение микрорайона. То есть много тут ситуаций происходит. Праздники, очень много людей там передвигается, больше вызов. То есть все зависит от ситуации. Все по ситуации, господа. И мы тоже по ситуации ориентируемся и движемся дальше. Сергей Маркенович, а здесь, собственно говоря, комната, где и оседают ваши спасатели, где они готовятся к службе? Это утром механики приходят на работу, получают разнарядку, подписывают все соответствующие журналы. И расходятся по своим участкам. Если там где-то поломки, то приходят, тут есть мелкий склад для запчастей. И плюс покушать, чай, кофе попить. То есть это их комната. Здесь круглые сутки находится аварийная служба. Круглые сутки? Круглые сутки, да. У нас здесь эвакуация людей идет круглые сутки. Вот так, господа, круглые сутки о вас беспокоятся. Вот эти славные парни. Господа, и конечная цель нашего путешествия, конечно, было бы нелогично рассказывать о лифтах и не покататься в лифте. Поедем. Телезрители, вот вы сейчас увидели, какой замечательный лифт, светлый, удобный, быстрый, каким он стал. А вот сейчас вы увидите, каким он был и в каком лифте ездили люди этого дома еще совсем недавно. Сергей Маркианович, вызывайте этот лифт. Вот, посмотрите, телезрители, а вот это другой лифт, это лифт старого образца. Вот, внимательно посмотрите, есть, наверное, все-таки разница. И я думаю, что эту разницу почувствовали особенно те, которые ездят в лифте. Лифт отличный. Всем спасибо. Сергей Маркенович, и все-таки мы начинали нашу беседу с того, что вы владеете неким секретом, как все-таки правильно вести дела. И резюмируя для наших телезрителей совет от человека, который не только умеет жить сам, но еще и умеет организовать жизнь других. Не жалеть средства, а вкладывать, модернизировать, идти на шаг вперед, изучать то, что происходит в мире. Наш сьогоднішній герой впевнений, якщо правильно вести справи, вони просто приречені на успіх. Я, Ніта Рашевська, прощаюсь з вами. На все добре.